Первоуральские дети с ограниченными возможностями доказали, что их возможности безграничны. Они шьют костюмы, удивляя дизайнеров, а поют так, что у зрителей захватывает дух. В нашем городе проходит фестиваль «День чудес». Ровная строчка, четкий крой и пришитые вручную бусины. Эти театральные костюмы не отличишь от фабричных. Сделаны наряды не дизайнерами, а особыми детьми. Костюмы показали во Дворце культуры Новоотрубного завода в рамках фестиваля «День чудес». Он проводится для того, чтобы раскрыть таланты особых детей. В фойе дворца устроили выставку их работ. Поросята из картофеля, коты из теста и даже елка из макарон. Дети показали всем, что творить можно из всего, что попало под руку. Здесь же прошел концерт. На одну сцену с первоуральскими коллективами вышли особые дети. В нашем городе проживает 8% особенных людей от общей численности нашего населения. И мы делаем все, чтобы вам было чуть-чуть легче. Мы делаем доступную среду, делаем бережливую поликлинику, чтобы наша забота как-то скрасила ваш обычный день.